«Спасибо за меня, мама». Эти слова стоит говорить не только в День матери, который россияне отмечают в последнее воскресенье ноября, а гораздо чаще. В канун этого по-настоящему женского праздника в Люберецком дворце культуры собрались мамы и их дети, где праздничным концертом чествовали дорогих сердцу женщин. Мама для меня это все. Это и опора, и поддержка, и таблетка с успокоением, и также веселье, отличная компания, и, конечно же, это самый лучший друг. Мама – это что-то очень нежное, любимое, ласковое. Родной человек, главный человек, любимый человек. Мама для меня в жизни очень много, если не все. Самый любимый человек. Мама – самый важный человек в жизни каждого. Праздничный концерт собрал главных виновниц торжества. Со сцены их поздравили юные таланты округа театральными постановками, танцевальными номерами и, конечно, в такой день нельзя без трогательных песен. Спасибо, мама, за свет в твоих глазах. В округе почти 3000 семей с тремя детьми и более. В них воспитываются почти 10 тысяч детей. Благодарственные письма и ценные подарки из рук главы получили многодетные мамы Люберец. Сказать от всех детей, сказать спасибо вам, дорогие наши мамы. Красивые, добрые, благодарные, потому что вы заслужили и любви, и доброго отношения. И мы стремимся на территории вот нашего Люберецкого края делать все возможное, чтобы, насколько мы можем эту жизнь хоть как-то облегчить. В нашей стране День матери отмечается с 1998 года. Прекрасный и жизнеутверждающий праздник полюбился россиянам, потому что это возможность лишний раз проявить знаки любви и внимания самым дорогим людям. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.